Привет, друзья! Вы на канале «Русская дымка». И сегодня у нас первый ролик из серии предновогодних розыгрышей на канале «Русская дымка». И тема нашего первого розыгрыша – это дрожжи. Дрожжи для самогоноварения. У меня на столе три вида дрожжей. Это китайские кодзи «Ангел». Это дрожжи «Double Snake». Турбодрожжи C48, которые выбраживают за 48 часов. И две упаковки обычных хмельных дрожжей для браги. Так получить все это богатство сможет любой подписчик, который выполнит три условия. Первое условие. Необходимо быть подписчиком нашей группы в социальных сетях, либо ВКонтакте, либо в Одноклассниках. Второе условие. Необходимо быть подписчиком нашего канала «Русская дымка» на YouTube. И третье условие. Напишите любой содержательный комментарий, касающийся темы нашего розыгрыша. Сегодня это самогоноварение. Под этим роликом я выберу 5 самых интересных. И среди них при помощи сервиса Randomus будет выявлен один победитель, которому это все и достанется. Итоги будут подведены на следующей неделе. Желаю вам удачи!